Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем проходить игру Assassin's Creed Odyssey. Итак, пытаясь найти хранилище артефакта или монстра, который охраняет этот артефакт на Китере, мы нашли жрицу по имени Диона. И есть подозрение, что она нам может помочь. Потому что она знает о культистах. Культисты почему-то ее пытаются схапать, нейтрализовать, не знаю. В общем, проверим вот эту гадку. Есть, конечно, вероятность просто кататься по знакам вопроса. Но также неинтересно. И есть повод поделать квесты. Кто там дерется, что ли? Так, ты рыбак, тебе нужна помощь, да? Смотритель порта, верно? Ага. Я же сказал, что заплачу. Я от Дионы. Я здесь, чтобы помочь. Дионы? Так. А ты кто? Я помогаю ей. В обмен на сведения. Ложь. Признайся, тебе от нее нужны не только сведения. Скажи, что нужно сделать? А? Думаешь, у тебя лучше выйдет? Если честно, думаю, да. Что ж, хочешь выслужиться перед Дионой? Последнее время нам стали досаждать солдаты. Они держат на охраняемом складе наемников, судьба которых ей не безразлична. Их нужно спасти. Попробую, но ты должен заплатить. Ха! Если ты уцелеешь, я сыплю тебя золотом. Идет. Но у меня есть вопросы. Походит на измену. Зачем это Дионе? Мнительная верховная жрица велела брать под стражу всех подозрительных людей. Но эти наемники занимались своими делами. У наемников редко бывают свои дела. Ну... Диона хочет, чтобы они сражались за нее. Дай угадаю. Она доверяет лишь тем, кого можно купить. Именно. Ну и еще мне. У тебя к Дионе какие-то чувства? Да, я Мы тоже заметил. Возлюбленные. И именно я помогу ей расправиться с врагами. Я обещал ей это в обмен на... Зачем я тебе это говорю? На что? Мне плевать, что ты думаешь о нас. Она просто использует тебя. Я ее любовь. Что ж, повторяй это почаще. Этих сведений хватит. Приготовь для меня деньги. Справишься, приходи. Если выберешься из лагеря. Блин, со сфинксом классно получилось. Катался просто. Мобы на меня нападали, я их убивал. И хопа. Стоп, а не прям здесь, что ли? Поиски дурачка. Вот, нашел. Да. Это он. Вот он где. Все? Гляньте, а это что? А, нет, это у нас этот маяк. Так, а тут что? Во, подземный ход. Окей. Все? Ну, похоже, что да. Так, ну что, заходим. Пытаемся убить по-тихому, скрытно, если не выходит. Не стоит здесь оставаться. То особо и не паримся. Ой. Фу.
Айч. Уходи! Тебя здесь... Ты умрешь. Да лети отсюда. Я тебя изрублю. Где этот лучник? Так, где еще лучники? Я знаю, что вы где-то здесь. Стоп! Слышу звуки лука. Мы тебя... Что-то фиолетовое выпало. Я живо тебя прикрою. Да-да. Знаешь, сколько раз я это уже слышал? Не вернулась. Благодарю. Ты промазал, малек. Меня хотят казнить, но я ни при чем. Вылазь. А, все? Так, вот еще один сундук. Да, нет, он на первом этаже. Отставить лазить. Окей. Искатель приключений? Слушай, ну-ка, расскажи мне. Мисти, мой муж! Что с ним? Что с ним не так? Он дурачок. А, ну, окей. С этим я не смогу помочь. Он рыбак, но решил, что охотиться на рыси выгоднее, и потратил все деньги на лук. Я не видела его 3 дня. Прошу, найди моего дурачка. Окей. Я не только найду его, но и приведу домой. Спасибо. От гавани Скандея ступай на запад. Поспеши. Итак, он дурак. А хороший ли охотник? Он рыбу-то ловил с трудом. Мелкую, беззубую.
а тут замахнулся на рысь. Так твой муж пошел. В пещере у руин живет огромная рысь. Как пить дать он направился туда? Ага, пробегали, знаю. Сколько ты готова заплатить? Можешь забрать лук. На Агоре раньше только о нем и говорили. Так он хотя бы не воспользуется им. Его давно нет. Нужно спешить. Ты справишься, я знаю. Да я более чем уверен. Да? Да. Конечно, ты ведь не дурачок. Мды. Нормально так ответил. Мды. Я освободил узников в лагере. Их было трое. Ты уже всех спас? Да, трех. Во всей своей лысой красе. А ты полезнее, чем кажешься. Да значит, ладно. Значит, справишься с еще одним заданием. С убийством. Че там? У врагов Дионы войска на атолле Китра. Оттуда они собираются совершать атаки на Китеру. Уничтожь этих подлых крыс. Звучит... А, слишком легко. Я сотру врагов с лица этого острова. Меня радует твой энтузиазм, но не стоит недооценивать их. Ха! Не стоит недооценивать меня. Да. Довольно болтовни. Убей их капитана. Его люди будут в смятении. После этого перебей остальных. Вот это задание не кажется вам странным? Считаю, он уже мертв. Он не хочет, чтобы я остался в живых. Я поведал достаточно. Просто убей его. С наемниками он якобы разобрался, да? Он скажет. Я могу найти капитана. Около затонувшего корабля на севере атолла Китра. Нам удалось уничтожить корабль, но мы так и не перебили команду. Он и его люди будут наготове. Как добраться до атолла Китра? Плыви на юг от южного края Китеры, увидишь обломки корабля. Угу. Расскажи, что ты знаешь о культе. Какой культ? Разве капитан не культист? Да хоть сам олимпиец, мне плевать! Диона говорит, он хочет отомстить за ее отказ. Очевидно, что мы с ней сможем быть вместе, только избавившись от него. И от меня. А ты здесь не за тем же? Хочешь заполучить ее? Нет, я здесь из-за культа. Я здесь ради свержения культа. Жрица меня совсем не интересует. Но это только ради тебя. Хватит рассказывать мне про этот культ. Перед Дионой не устоит никто. И что за дурацкое название? Культ космоса. Я не говорил космоса. Тоже мне. Как скажешь. Я не говорил космоса. Я все выяснил. Закончишь, пришлем тебе мешок драхм. Прекрасно. Уйди, проваливай. И не смей даже близко подходить к Дионе. Или что? Или я... Просто уйди. Ага. Найти капитана... Порядок на атолле. Атолл это же на что? Вот этот островок атолл Кира, да. Так, у нас здесь известно. Давайте пещера охотника. Там сделаем лук. Ну, миссию с луком. Там, где нужно. Отведите. А, то есть охотник жив? Рано спрыгнул. Не знаю, ничего не... Стоп. Mm.
где ты у нас? Вот ты. Эй, ай, больно. Да блин. А ну отпустись! Как ее скинуть? Кувыркаться? Блин, мог три убить кошки. Каждый по удару. Так, ну-ка, минус. Нет, не минус. А, вот как надо, кувыркаться, да. Помогает. Все, что ли? Хоть не вижу никого больше. Вижу его. Эй, я тебя слышу. Сюда. Я весь в крови. Помоги. Ее так много. Эй, я тебя слышу. Сюда. Я весь в крови. Помоги. Да хорош хныкать. Кровь. Ее так много. Эй, я тебя слышу. Сюда. Я весь в крови. Помоги. Не можем положить? Да. Игра 2018 года. Я не могу положить человека на лошадь, чтобы отвезти его. Вы же не серьезно. О! Могу. Фух! Игра 2018 года. Я могу положить человека на лошадь, видали? Скучала по дурачку? Милый мой, ты жив? Ну, на ужин будет рысятина? Не надо о рысях.
Рад, что вы снова вместе. Чудесно. Я оставлю вас. Хайра. Слышите, да, звуки какие оттуда? Так, по-моему, у нас лук. Круче, да? Ага. Стоп, у меня есть лук 42-го. Может, у меня и что-нибудь из этого есть потяжелее, чем минотаврский. Шипастый редкий топор. Копья. Вот копья, посохи мне еще нравятся. А вот остальные как-то так себе. Так, теперь мы еще должны на атолл съездить. Эх, левел уже поднимается очень медленно. Начиная с 40-го, он просто еле-еле тянется. Лодка! Жух! Далеко заплыл. И вот теперь повернуть назад. Собственно, интересно, а они реально культисты? Если они и вправду культисты, что они здесь делают? Может, они ищут то, что мне нужно? Так, их пятеро, да? Так, через палатку я смогу пройти? Есть дырка сзади? Нету. Но мы можем, наверное, сделать вот так. Как скажешь! На тебе рогами. Это явно не культисты. Угу. Скорее, богатые наемники. Так, порядок на атолле сделали. Теперь еще охота посмотреть. О, кстати, град с меня 44-й. Вот это надо пещеру узнать, что такое. Может, тут? Забытое сокровище. Собирайся быстрее. Не понял. Вы серьезно? Метка под камнем? Спасибо вам, разработчики, огромное. Ай-яй. Я сейчас умру. Я сейчас умру. Я здесь уже всплыть могу. Фу. Чуть было не умер. Так, это сделано.
Нам осталось узнать... Нам осталось сюда сходить. Давайте, наверное, от Афродиты полетим. Извиняюсь. Слово «паника» произошло от имени бога Пана. Греки верили, что он соблюдал силы, обладал силой насылать что-то. Вперед, Хобос! Так, ну-ка. Вот через это мы должны пройти. Неоткрытая местность. Проклятие и избавление. С лекарем поговорить. Дело становится все запутаннее. Где же этот храм? Культисты в доме? Здесь что-то не так. Да. Это странно. Ух ты! Обалдеть! Они меня отмутузили. Ребят, мои силы не вечны. Давай еще разок. Фух. Нет места. Сейчас исправим. Фиолетовые шмотки мне ни к чему, ну вот разве что капюшончик прикольный. Но эти капюшончиков как грязи, поэтому... Так, что они делали? Не верь Моэрам. Адресовано Верховной Жрице. Она должна узнать об этом. Круто. Может, я выполнил миссию, не зная о миссии? Элла. Так, а у нас здесь с правой стороны, то есть севернее, есть еще. Окей. Там точка еще одна есть. Ладно, давайте пока за городом. Быстро через них пробежу. Место паломничества. Нет, я вам про ту говорил. Так, ладно, сначала к Верховной тогда. Люди приезжают сюда поклониться Афродите. Меня никто не видит.
ушел на юг от гавани Скандея, оставив свет богини позади. И мимо логова с зубами и костями, и агнцев минуя по пути, вдали, где в море остров одинокий, где корабли нашли последний свой приют. Я отыскал покой во тьме глубокой, и доброй ночи Грецию сулю. Жрица, открой дверь! И ты убьешь меня! От кого ты? От Дианы. От Дионы. От Дионы. Я твой друг. Зачем эта дурочка прислала миссия? Она должна сама выполнять приказы, а не нанимать других. Итак, среди твоих людей есть предатель. Сейчас никому нельзя верить. Что тебе нужно от культа? Я жажду справедливости. Они разрушили мою семью и ответят за это. Я покараю их. Ради семьи люди готовы пойти на многое. Культ должен ответить за многое. Я позабочусь об этом. Возможно, от тебя все-таки будет толк. Я поручила служанке проследить кое за кем и... Она пропала. Верно. И я ее нашел. Но меня волнует не она, а сведения, которые она добыла. Принеси их мне. Заметно, что ты не любишь сестру. Что произошло между вами? Я старшая, и поэтому у меня больше прав и обязанностей. А Диона злопамятна и завистлива. Она хочет ослабить мое влияние. Считает, что была бы лучшей верховной жрицей. Ясно. Но мы сестры, и я люблю ее. Жаль, что она завидует мне. Где лучше начать поиски? Она должна быть в окрестностях Китеры. Ну, я уже нашел ее. Помнится, где-то в тех краях есть дом. Вдруг она укрылась там. Начну оттуда. Она бы предпочла держаться подальше от людных мест, вроде... Стой. Ты имеешь какое-то отношение к побегу узников из военного лагеря? Да. Да, имею. Начальник порта сказал, что ты берешь под стражу невинных людей и казнишь их. Я не мог не вмешаться. Я не хотела казнить их. Пытать? Возможно, они предстали бы перед судом. Каков лжец! Он бушует в храме, когда моя сестра отвергает его. Но это уже чересчур. Я закрою глаза на твой проступок. Добудь сведения, а я пока разберусь с ним. Ой, ваше хитросплетение. Я нашел эту записку на теле убитой жрицы. В ее смерти виновны культисты. Что? Прочитай ее мне, скорее. Она гласит: не верь Мойрам. Остального не видно под пятнами крови. Чушь какая-то. Она защищала ее. Была причина. Теперь мы не узнаем, есть ли среди нас предатель. Почему? Но исключать такую возможность нельзя. Дела хуже некуда. Помоги Дионе. Сделай Китеру безопасной. Так. А почему у меня два уже очка? А, я, наверное, что-то открыл, да? Листки, может, где-то собрал. Так, огненные на 25% пиромант. Давай. У нас 40, отлично. Еще и скорость, ну, время горения. Так, давайте на этом мы серию закончим. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Приходите к нам еще. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.